На мой взгляд, состоялось достаточно интересное мероприятие к концу года, вот под таким громким названием «Клуб экспортеров». Но поскольку присутствовали представители и международных служб, проректора ведущих вузов, то разговор состоялся и получился интересным и предложениями, и сомнениями. Тем более мне очень важно было получить обратную связь на тот итог деятельности в рамках проекта «Экспорт и образование» в этом 2019 году, на те законодательные инициативы, которые были представлены, на ту работу по отдельным грантам в рамках «Экспорта и образования». В частности, наверное, самый острый вопрос был связан с трудоустройством иностранных выпускников, потому что, так сказать, ситуация пока еще, может быть, достаточно сложно воспринимается в обществе, неоднозначная, поэтому нам нужно серьезно думать о новых механизмах и о новых инструментах развития экспорта образования. Сообщество экспортеров образования само образовалось, и, я надеюсь, будет и дальше развиваться. Что касается сегодняшних вопросов, которые мы обсуждали, то вот я теперь точно считаю, что и в этом году, и во все последующие циклы приема будет все удобнее искать и находить самые интересные программы международным студентам. Им будет интересно здесь учиться, и, может быть, кто-то из них останется в нашей стране. Очень приятно, что в России появилась такая инициатива, как Центр экспорта образования, которая привлекает внимание вузов со всей страны к такому важному для набора иностранных студентов канала, как агентский. Было очень интересно принять участие в данной сессии, услышать созвучные мысли от коллег, обсудить проблематику с трудоустройством студентов, сложности, с которыми сталкиваются агентства при выходе на российский рынок, и видеть, что и на уровне законодательства, и на уровне обратной связи от вузов этот вопрос развивается, набирает динамику, и хочется верить, в ближайшем времени будет решен самым успешным образом. Спасибо. Спасибо большое за участие в нашем мероприятии «Клуб экспортеров образования». Мне показалось, что было очень интересно, и все участники вынесли для себя определенную новую информацию, получили хорошие советы. И я надеюсь, что в следующий раз, возможно, в феврале или в марте мы соберемся, обсудим новые темы. Но в любом случае, мы сегодня встретили много новых для себя людей, друзей. И думаю, что в дальнейшем мы сможем дальше продолжать в таком же духе. Спасибо.